Вот именно пороховые бочки, во-первых, сидишь, она ядерная. И можешь успокоиться. Это что сейчас было, Ида? Это было очень спокойное решение, что бывают ситуации, когда гнев достигает того, что цивилизационный поток останавливается одним взрывом атомной станции при соответствующем ветре. Ты поравняется Амурскую атомную станцию? Ну почему бы и нет? Ну почему мы забываем, что у нас есть такое ядерное оружие, атомное оружие? Ты сейчас серьезно? А почему бы и нет? Очень умиляет твой внешний вид, невинный тон и разговоры про ядерную. Ну что ты понимаешь, вот когда ничего не погибло, все, потеряно все, кроме чести, как говорили в Древнем Риме. Вот когда ты, ситуация, когда ты и честь должен потерять, ну ты делаешь какое-то контрольное место, когда тебя не слышат, не понимают. Если нас ставят в условия, когда нам говорят, у вас не будет государства, нам остается один взорвать атомную. Чего так это не надо? Это какое условие? Когда советские войска запретят на улице взрывы? Нет. Когда начинается тот массовый отток населения отсюда, и мы понимаем, что все по многим внешним параметрам, и потому что крысы бегут с корабля, ясно, что нифига здесь уже не будет, успевайте удирать. Вот я останусь, чтобы это сделать. Ты останешься? Однозначно. Ну, вот и все. То есть, если для этого нужно... Если остаются даже чести, что тогда делать? Не хотите, чтобы здесь были маленькие кусочки, не чтобы эти армянцы себе сами жили, сами друг друга отравляли жизнь, грызлись, плодились, размножались, торговали? Не хотите? Ну вот и получайте, пусть здесь ничего не будет. Вот тебе и цивилизационная война. Это один из вариантов. Я тебе об этом говорю. Если... Если азербайджанцы уже настолько уверены, что у нас нет ни чести, ни достоинства, что можно зайти на территорию, угонять этот несчастный скот, стрелять этих парней, брать их в плен, делать с ними всякие безобразия, то значит надо выйти за пределы какой-то морали и отвечать тем же. Как в Библии. Око за око, значит око за око. Зуб за зуб, век за век. Хочу тебе сказать, что если нужно будет два человека с достоинством, которые... замкнут рубильник, когда ясно будет, что здесь не останется государства. Я рубильник замкну, а ты как физик. А ты как доктор впрысни в меня что-нибудь, чтобы я не ходила по этому. Нет, мы сами там. Жутко. Быстро все происходит. Я буду зубами держать. Да, я не правильный день выбрать, чтобы ветер дул куда надо.